Good evening, ladies and gentlemen. This evening I'm going to be doing a departure from normal matters. I receive a request from one of my subscribers, Fiona Falcon, who said to me that she would like me to read the first chapter of the first book of Мертвые души, which is Dead Souls by Nikolai Vasilievich Gogol. This is a landmark of Russian literature, and she wanted me to read just the first part of it, so I will try to make a proper reading. Here is from Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души». This is the Soviet from 1981 edition. Издательство «Советская Россия». So. First chapter, глава первая. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если бы случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикатонном сюртуке, со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее, показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был
известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки приезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими как чернослив из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. Она была очень длинна, в 2 этажа, нижний был вышекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самых по себе. Верхний был выкрашен вечную желтую краской. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди. И лицом, так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черною, как смоль, бородою. I hope you enjoyed this reading of first part of Dead Souls, and it encourages you to want to read for yourself rest of novel. Thank you.